55 лет во второй кубинской школе не проводили капитальный ремонт. Строительные работы начались здесь в марте, поэтому ребята оканчивали учебный год в Акуловской школе. Сейчас здесь уже выполнили большой объем работ. Выполнены работы по гидроизоляции кровли, первый слой. Приступили к чистовой отделке второго-третьего этажа. В данный момент на первом этаже занимаются устройством пола. Глава округа Андрей Иванов контролирует, чтобы 1 сентября школа была готова принять учеников. На сегодняшний день ведутся работы по устройству фасада. Уже порядка 80% мы его вату в утеплитель одели, кронштейны. Но со всей остальной стороны, да, только фасадная часть осталась, потому что здесь еще были земляные работы. В школе не было актового зала и территории для проведения торжественных линеек. Все недочеты учли. Теперь здесь появится все необходимое. На объекте сейчас трудится 127 человек и 5 единиц техники. Предварительно ремонтные работы завершат 15 августа. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».